Всем добрый день. Пару слов о нашей сегодняшней сборочке. А именно, основание от фирмы Yanhe Venus 16 с кевлар-карбоном и накладки от немецкого производителя Dr. Neubauer Goliath Speed 2. И красная, и черная. Толщина губки максимальная. Об основании много говорить не буду, так как оно очень популярное и очень много разной информации об этом основании. Скажу кратко. Содержит оно два слоя кевлар карбона. В целом оно семислойное. Позиционируется как OFF плюс. Ну и, пожалуй, за ту цену, которую оно стоит, с таким качеством основания у других брендов вы не найдете. Они будут намного дороже. Так, и больше внимания хотелось бы уделить накладкам. Что же из себя представляют Goliath Speed 2 от Dr. Neubauer? А представляют собой они тензоры, но тензоры с такой неярко выраженной, так сказать, катапультой. То есть они относятся к тензорам очень контрольным. Поэтому кому как бы хочется поставить себе накладки для нападения, но при этом с минимальными потерями в контроле, то вот как раз для вас этот вариант будет максимально хорошим. Как себя ведет эта накладка? То есть при выполнении разных там элементов, таких как подрезки, накаты, подставки, у этой накладки не сильно чувствуется такая тензорность. То есть она мяч не выплевывает. Но в то же время, когда в нападении вы сами, да, когда, скажем так, накладка прожимается, то там уже чувствуется вот этот эффект катапульты, как у различных тензоров от других фирм, у которых более жесткая губка. Потому как у этой накладки губка средней жесткости, даже ближе к мягкой. Именно поэтому она и является такой контрольной в этом сегменте. Поэтому кому как бы нужны такие накладки, да и любые другие, вы всегда можете обратиться к нам, мы вам подскажем и вам их наклеим и обрежем. Вот как здесь, также аккуратно. Также красиво. Вот такая вот получилась красота. Напоминаю, что клеим и обрезаем накладки в нашем магазине мы бесплатно для тех, кто покупает составляющие для ракетки у нас. Поэтому кому что надо, обращайтесь. Ну и до новых встреч!